Neștiință și prietenii săi și Salcâmul Alb sunt câteva din primele spectacole care vor fi prezentate în noul sezon la Teatrul de pe strada Trandafirilor. Actorii de aici ne-au obișnuit deja cu deschiderea stagiunilor mai devreme decât celelalte teatre. Iar administrația instituției spune că în sezonul precedent interesul publicului pentru teatru a fost impresionant de mare și speră că în această stagiune va fi la fel. Teatrul de pe strada Trandafirilor își va deschide noua stagiune cu piesa Salcâmul Alb, deoarece mulți și-au dorit să vadă acest spectacol în stagiunea precedentă, însă n-au mai găsit bilete. В прошлом сезоне 43 мы сыграли около 120 спектаклей. А я скажу вам честно, аншлаг был всегда. И на детские, и на взрослые, и на премьеры. То есть люди покупали, бронировали билеты за неделю, за две заранее. Люди, знаете, как вам сказать, есть такое слово, наверное, подсаживаются. Приходят один раз, получают вот эту вот пищу для ума. То есть они выходят от нас, и они потом несколько дней, наверное, обдумывают, какие-то новые мысли приходят. Oamenii sunt gata să vadă reprezentațiile chiar și online, în special cei care locuiesc în străinătate. Astfel, teatrul vinde bilete și pentru spectacole virtuale. Это для наших зрителей, для зрителей, которые живут за рубежом, русскоязычные, и соскучились по театру, они могут купить билет там абсолютно за символические деньги и посмотреть спектакль. То есть нам звонили из Америки, из Швейцарии зрители, и они вот смотрят спектакли наши. Для этого сайта специально производится съемка, профессионально. Iar noua stagiune pentru copii se deschide cu spectacolul Neștiilea și prietenii săi. Acesta a fost recunoscut drept cea mai bună reprezentație teatrală pentru copii din Moldova. Дети балдеют от песен, от танцев, потому что только слушать один голый текст, это, конечно, невыносимо. Тем более спектакль не коротенький, он длится 55 минут, а у детей есть четкое для детсадов это 30 минут, для школьников это 45 минут. Поэтому, но когда идет музыкальное оформление, когда идут песни, то дети по-другому высиживают спектакль. În rolul personajului principal, Neștiilea, se pot regăsi mulți dintre noi, mai cu seamă cei mereu cu firea mai zvăpăiată, care nu prea au răbdare să învețe, dar sunt mereu în mișcare. Azarnoi, такой задира, забияка, очень любознательный, энергичный. Да, в принципе, все дети такие. Все дети незнаечки. Я думаю, что дети должны научиться и понять, что не бывает там плохих детей. Если они забияки, однозначно плохие. Просто им нужно внимание. Успокойтесь, братцы. Солнце на нас падать не будет. Можете не переживать. Незнайка опять все перепутал. Он же у нас выдумщик известный. Удивляемся, как это мы тебе поверили. А я будто не удивляюсь. Я и сам поверил. La polul opus este celălalt erou, Știila. Acesta citește mult, este interesat de tot, împărtășește cu prietenii tot ce știe și respectiv cu micii spectatori. Он рассказывает там про солнце, про пятна на солнце, очень много полезной информации для детей. И что самое интересное, дети очень внимательно это слушают и принимают. Еще факты о том, что труба, что такое труба телескопическая, для того, чтобы смотреть на звезды и находить новые какие-то и планеты. Din această piesă copiii vor învăța despre standardele sanitare simple, să-și spele des mâinile, să spele vasele imediat după masă și să facă ordine în cameră. Лечит малышей от всех болезней. Я могу выписать касторки на ночь или хуже того, укол, чтоб не фантазировал. Spectacolul Neștiilea va fi jucat în acest weekend pe 14 și 15 august. Toate piesele pentru copii sunt jucate pe scena de vară din curtea teatrului.